Всем привет! Значит, Toyota 1000 продана, на эти деньги куплен недостроенный швертбот по проекту «Эгоист». Что проделано за месяц? За месяц убит грибок, прогрунтована внутренняя часть корпуса, доклеены переборки, которых не хватало, внесены небольшие изменения в конструкцию каюты. Добавлена еще одна носовая койка и увеличено пространство, к которому можно добраться изнутри, скажем так, внутренние рундуки. Собрана палуба, собрана рубка, собран кокпит. Установлено перо руля, организован отлив воды с кокпита наружу. На швертботе планируется установка 4-сильного мотора и 2 мачт. Изначально швертбот имел люгерное парусное вооружение, но мы будем делать бермудское парусное вооружение. Если быть точным, то это будет CAT. Сейчас это будет или CAT Catch, или CAT Yaw. Различие только в том, что вторая мачта будет установлена или в кокпите, или за кокпитом. Значит, следующий план какой? Доклеиваем немного кормовую часть, обклеиваем все стеклотканью, красим. И в сентябре делаем пробный спуск на Белгород-Зенцовском лимане. Испытания будут проходить в течение недели. Мы будем рассказывать о всем, показывать. Что будем делать на Белгород-Днесовском лимане? Ходить по лиману и собирать мусор. Как предложил Дима Доцков, собирать мусор, искать хозяев и возвращать им назад. Ну, посмотрим. Может быть, до этого не дойдет, и нас услышат, и мусор просто не будут выбрасывать. В общем, следующие серии будут. В них мы будем рассказывать о том, какие узлы будут установлены, как будет устроена каюта. Все будем делать по максимуму из подручных материалов. К примеру, мы расскажем, как можно сделать мойку из нержавеющей миски, как будет в нее подаваться вода, куда вода будет сливаться. До скорых встреч!